Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики с вами, как всегда, я Леха Смертник. Ребята, у меня что-то, походу, слетело сохранение, как мы помним, в предыдущем видео. Напомню, что мы проходим Poppy Playtime 3, которая у нас вышла буквально вот у меня сегодня ночью, она только вышла у кого-то, она вчера вечером вышла, зависит от часового поезда. Часового. Вот, походу, мне придется все это дело сейчас по новой быстренько перепройти, ну вот как-то так. Хотя я четко помню, как я выходил с этой комнаты, у меня здесь сохранилось, но здесь, как видите, даже батарея у меня не вставлена, вот. Как-то так, ладно, давайте по новенькой сейчас этот моментик быстренько пробежим. Здесь, может быть, надо сразу тогда все выполнить. Все подсоединить. И все тогда, может быть, будет у нас замечательно. Все будет работать. Либо это просто какой-то косяк. Это, может быть, действительно сейчас все работает. Только как мне понять, включено электричество или нет. Это очень как-то странно и непонятно для меня. Ладно, давайте начинаем. Так, доброе утречко. Проснулся опять непонятно где. Уже по этой... Playtime Company, гоняю непонятно сколько здесь. Кот-дремот, он куда-то здесь придет. Кот, а где все твои лайки, где все твои комментарии? Так, ладно, давай-ка заберем. Так, я, по-моему, вот, кстати, рука же у меня есть, а за рукой я, по-моему, туда заходил. Может быть, я просто опять оказался параллельной вселенной. А, тут даже этот есть. Так, да, я же здесь забрал. Все правильно. А что я кассету не заметил тогда? Так, давай-ка вставим. Хвататель 2.0, рабочий прототип. Дополнительная длина шнура. Менять руки очень просто. У прототипа есть силы в воздухе. Чтобы приземлиться с большой высоты. Осторожнее во время приземления. Потому что пол — это лава. Местами поверхность пола опасна. Спасибо. Пожалуйста, всегда обращайтесь. Так, ничего, пользуйтесь хватателем, давно с осторожностью. Который час? Час потехи. Так, и что мне теперь по новой идти всю эту фигню, что ли, делать? Ну ладно, сейчас быренько, прям вот вообще сейчас быренько все это сделаю. Так, давай, погнали, быстрее, гоним. Мы туда пригоним, здесь опять бегает Алексей, бегает Алёшка здесь опять. Так, все, давай, пускаем все это дело. Так. Сюда. Сюда. И сюда. Отлично, все, доплыл. Все, давай, перепрыгнули. И пошли дальше. Так, вот эта штука. Так, давай сюда. Поменяем. Так, мне надо эту вот туда, да, повернуть. А эту вот сюда. Все, отлично. Кот-дремот. А чё мне не хватило-то? Подожди, мне же до этого хватало вообще, все четенько было. Такого быть не может. Не может такого быть. Или он типа уже... Ну нет, он же у меня не работает. А почему ты не достаешь-то теперь? Чё тебе надо? Или он типа засчитал, что это у меня все сделано, или чё? Или как? Фигня какая-то. Может, реально засчитано, что типа все сделано, и что-то у меня сломалось по-жесткому? Не, ну он только так шевелится. То есть по-другому он не шевелится, и это все должно работать. Так, а если я просто упаду сюда вниз, то что будет? Что будет, если упаду вниз? Интересно, что же будет со мной? Может, это реально засчиталось? И что-то где-то у меня заработало? Ну, просто грузанулось так, что... Типа, я в центре, и в ту комнату у меня нет доступа. Так, ну ладно, у меня лифт, вот, кстати, открылся. В натуре, походу, это... Подожди, он открылся? Или у меня вообще все сломалось?
А почему ты меня сюда-то закидываешь опять за аккумулятором идти? Что-то это ерунда какая-то прям. Прям жесткая. Прям что ты, походу, я сломал. Рановато закончил, и поэтому все сломалось. Ну вот кидает меня сюда. Что у меня вот здесь есть? Синего у меня нету. От синего, правильно же, будет подъем наверх. Там я дверочку открывал, но у меня дверочка сломалась. В чем прикол? Сюда тоже у меня не открывается. Здесь нифига нету. Подожди, реально. Я как обычно, то есть я как обычно умудрился все сломать, да? Ну, прототип-то у меня типа есть, вот с этим все, говорит, все нормально. Кассета лежит. Ну, кассета, это понятно все. Почему он меня сюда закидывает-то? Это прям, это какая-то жесть. Просто на ровном месте взять и все сломать. Но это вообще не дело. Да куда ты, блин? Нифига себе, ты полетел как. Так, давай сюда опять. Он, походу, сейчас считает, что у меня там активировано все. Вот здесь. Ну, у меня не активировано здесь все. Или, может быть, ну, сейчас еще раз попытаюсь. Но мне надо вот сюда, отсюда вот туда. Да, и все, меняю руку. Цепляю. И все у меня должно работать сейчас. А почему он не работает? Это в натуре фигня какая-то. Это в смысле, так не должно быть. Почему так-то? Здесь, с этой стороны, мне ничего делать не надо. Мне потом к этой штуке надо подходить. А я к ней не могу подойти. Потому что меня типа не доходит. Он думает, что у меня все сделано. А здесь есть какой-то? Здесь и нету этого. Я просто взял все сломал. Вообще офигенно. Жили мы бедно, нас еще и обокрали. Вот это да, вот это номер. Ну, то есть я делаю все правильно, абсолютно все правильно я делаю. То есть это все вот так работало. Но он считает, что как будто она там уже нажата и сделана. Это какая-то дичь. Это прям реально какая-то дичь. Может быть, у меня что-то где-то еще открылось? Причем он меня закидывает вообще абсолютно в самое начало. Хотя была надпись, то, что сохранено и так далее. Может быть, здесь реально я что-то пропустил в самом начале, может быть. Ну а что, у меня синего этого нету. Чем я, кстати, тут вообще это делаю, непонятно. Вон и что, наверное. То есть он сохранился, я просто бегал и ерундой занимался. Короче, все работало. Просто две двери закрытыми остались. А там он просчитал, что все правильно. Все работает. О нет, кто-то отключил питание! Так, я отправил другой ключ! Это найдешь под статую, используешь, чтобы добраться до дома, милого дома. Когда окажется внутри, отыщи резервный генератор здания. Удачи. Так, ладно. А где ты ключ-то мне отправил? Я то есть сейчас просто здесь бегал, непонятно сколько по времени, пытался понять, что мне надо сделать, а все типа было сделано, мне просто надо было кнопочку нажать. Обалдеть. Офигеть просто, просто офигеть. Так, куда мне под эту идти? У нас электричество вырублено, ключку, наверное, мне вот сюда отослал. Я так понимаю. Она, вернее. Оля, Оленька! Все. А где ключ?
Ага, отлично, вот он ключ. Ключики есть у нас. Так, надо потом идти в дом, милый дом. Где бы мне его найти? Я выход потерял. Слепошарый Алексей. Он на свете всех сильней. Просто бегал, бегал, просто затупил по-жесткому, а все работает. Так, дом, милый дом. Ну смотри, вот здесь типа вот так все светится. Наверное, мне все-таки идти надо сюда. Походу, не сюда. Так, а где мне найти дом, милый дом? Давай-ка поищем здесь. С фонариком побегаем. Может быть, это он? Но он не похож на дом, милый дом. Мне кажется, дом, милый дом совершенно по-другому выглядит. Да, это не он. Вот, наверное, свет как раз горит, который должен был меня туда привести, а как дурачок не в ту сторону побежал. Вот это вот похоже на дом, милый дом. Пойду именно в этот дом. Так, и что у нас тут? У нас там буква крутится, лайки мутятся на самом-то деле. Я подумал, что вообще сейчас все сломалось нафиг. Так, ладно. О, код-ремот, код-ремот. Вот это да, вот это номер. Так, что мне здесь надо найти? Тот самый газ. Для усыпления детей. Ну, для того, чтобы они хорошо спали. Я же что-то здесь ищу. Так, здесь все заделано. Картина. Для чего-то ведь я сюда... А! Я почему-то был уверен, что я с этого выхода, наоборот, зашел. Так, все, давай, 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 пошли. Мы пошли, мы пошли, мы по лесенкам прошли. Так, обычно, знаешь, когда вот этот длинный коридор, что-то вот вылезет в конце или сзади будет за мной бежать. Или наоборот, подловка, чтобы ты ожидал и ничего не произошло. Че, серьезно, ничего не произошло даже? Ну, ё-моё. А, смотри-ка. Здесь у нас плюс-минус одинаковые. Утром поступили трагические новости. В 9:45 местные власти сообщили об обнаружении тела мальчика. В поместье скончавшегося Элиота Людвига. Известного мастера игрушек. Компания Playtop попросила прокомментировать недавние события. И ужасающую находку. Далее дословный комментарий. Это бесчеловечно. Элиот Людвиг был великим человеком. Все, кто был с ним знаком, понимали, что он не способен на жестокость. Конечно, он не мог совершить то, в чем некоторые сейчас его обвиняют. Он всем сердцем любил детей, таких же, как этот ребенок. Тело подбросили, от этого преступления становится еще более бесчеловечным. Мы сделаем все, чтобы вернуть доброе имя нашего основателя. Его репутация будет восстановлена в суде и публично. Следите за новостями. По кругу просто играет или что? Так, ладно. А то есть мне вообще надо было не сюда, да? А, нет, здесь поворот есть. Опа. Так, я, короче, типа хожу, мне надо, скорее всего, правильные повороты выбирать. Куда, типа, двигаться? Или нет? Да фиг. Да где он звонит-то? А фонарь можно врубить? А вот, я дошел. Алло, алло! Беги! В смысле, куда бежать? А, теперь дальше. Несмотря на заверение Playtime в Невинсе Людвига, многие считают, что замкнутость если таинственность, проявляющаяся за прошлое десятилетие, заставляет сомневаться в этом утверждении. А просто соседи Людвига рассказали, что тот часто возвращался домой поздно ночью и уходил из дома до рассвета. Одни говорят, что он был болен, другие, что... Не двигайся, не двигайся ни на сантиметр! Тем не менее, Playtime Co. продолжает использовать имя Элита в бизнесе.
Сомнений нет, впереди будет долгое судебное разбирательство. Так, я так понимаю, сейчас здесь какая-то дичь, да, у меня лютая будет происходить или что? Как будто в пяти попал. Подожди, тут кто-то ходит. Помимо меня. Я прям слышу. Ты чё по голове себе постучи, а? Подожди. Кот Дремот. Кот Дремот. Он куда-то в темноте. Он идет. Он идет. Так, а чё там говорят-то? Как будто прямо из ада что-то вещают. Так, ну ладно. Подожди, я... Ага. Опа. Это Мишкигами там кого-то вызывают, походу. Вот знаешь, вот чувствовал, что надо вот вперед туда идти. Ну там как будто сейчас что-то произойдет, дверь закроется, кто-то вылезет, еще что-то в этом роде. Че он там кто-то охотится за мной? Не надо за мной охотиться. После этой надписи стало как-то еще более мрачнее. Я бы так сказал. Ну ладно, давай-ка дальше прогуляемся. Get up. Wake up, вставай. Ты куда вставать? О, там опять кто-то ходит. Подождите, вы мне дорогу не покажете, либо резервный генератор. А то мне надоело тут за вами ходить уже. Подожди, тупик. Похоже на то. Здесь натуре хоть глаз выколи. Ну правильно, этим газом надышался. Мне теперь вообще ништяк, мне вообще нормально прям. Прям вообще нормально, я тебе говорю. Так, кассета где-то. Давай-ка посмотрим. Хаги-ваги, как дела? Приветствуем наших сотрудников. Сегодня ваш первый день в компании Playtime. Поздравляем! Мы уверены, что совсем скоро на фабрике вы обретете вторую семью, которая полюбит и поддержит вас так же, как родная. Изучайте пространство, все двери для вас открыты. Обедайте посреди творческого беспорядка. Наблюдайте, и мы будем очень приятно... Вливайтесь в компанию новаторов, которая расширяет границы современной науки. Хотите заботиться о детях, тогда становитесь советниками в приюте. Вы поможете заложить фундамент для нашего светлого будущего. Каждому из вас отведена своя роль. Так что если вас завтра одолит мрачные мысли о своих действиях и выборах, не волнуйтесь, ваши руководители обязательно вас выслушают. И если вернешься годы спустя, когда ваша совесть изнурит вас, вы опуститесь во тьму и прах. Поймите, что в будущем вас ждет только невообразимый ужас. Страхи, готовые сожрать вас. Быть может, они улыбнутся из тени? Оскалами с торчащим мясом и пластмассой. Они затаятся, ожидая своей очереди. Возможно, они и не дадут времени понять, где ваше место в том оставленном мире. Теперь это их мир. Добро пожаловать домой. Хаги-ваги? Подожди, реально Хаги-ваги вернулся? Да ну нафиг! Да ты иди на... Хаги! Ваги! Ой-ой-ой! Беги!
Да я вообще еле бегу прям. Вот это, конечно, жестко было. Опа. Так, доброе утречко. Нифига себе, мне под газом под этим клинануло. Вот это да, вот это номер. Так, все, я газ нанюхался, я в чувство пришел. Так, ну мне, видимо, только в ту сторону можно идти, правильно ведь? Как-то так, как-то так. Так, опять тут сейчас непонятно, что к чему буду подсоединять. Видимо, чтобы открыть это солнышко, мне нужно пройти в каждый из коридоров. А что это там катается сверху? Надеюсь, не моя печень, а то она большая и круглая. Так, ладно. Подожди, у меня все везде закрыто. То есть, мне надо попасть туда, в коридоры. Можно ли где-то оттолкнуться? А, понятно. Ясно, понятно все. Все мне стало ясно и понятно, конечно же. Так, сюда я не могу пройти, мне что-то плоховато становится. Нифига себе, тут кататься собирался. А, вот он сейчас, наверное, покатится и собьет. Вон он как. Так, а я здесь почему-то проходить не могу. Может, я что-то не взял нужное? Или я все правильно делаю? А, ага, вот так вот. Так, отлично, противогаз взяли. Дальше мы пошли. Playtime. Так, и зачем я сюда зашел? А, ну, наверное, чтобы здесь наверх подняться или что-то в этом роде сделать. Я что-то не вижу, за что цепануться. Подожди, реально, за что цепляться-то? А, понятно. Все ясно и понятно стало. Так, ну пойдем-ка дальше прогуляемся. Так, а здесь теперь что? Так, прыгать, видимо, некуда. А, здесь двери с открытой в другую сторону, понятно. Так, стой, я вернулся туда, откуда начинал. Дверь-то я не открыл. Значит, тут что-то пропустил. А чё пропускают-то? Подожди, нафиг я противогаз-то гоняю? Я ж прошел там, где мне надо. Хожу, что там, дышу, не дышу. Снизу мы здесь выпрыгиваем, комнатушечка есть. Есть противогаз. А для чего вниз-то ходил? Что-то где-то опять я упустил, да? Как обычно все, слепошарости, слепошарости. Ну стой, ну вот, я в зал возвращаюсь в этот. Мне же надо в те комнаты пройти. Они закрыты. Там половиночка, и здесь вторая половиночка. Проход у меня только вниз здесь. Откуда я поднялся наверх и вторую эту открыл? Может, где-то еще проломлено? Да нет же. Нет же. Не проломлено нигде. А что надо тогда от меня? Что от меня требуется?
Какие-то эти не могу подцепить. Куда-то... А, ну вот так вот, да, все-таки? Понятно. Так и думал, что какая-то заманушечка. Кот дремот, он куда-то здесь идет. Кот дремот. О, хаги-ваги, хаги-ваги. Так, отлично, у меня этот есть. Обалдеть, нифига себе, их тут сколько насобирать надо походу. Тит-тит, тит, пип-пип-пип, пип-пип. У меня вот в детстве вот похожий был светильник. Люстра. О, киси-миси! Киси-миси, привет, родная! Чё у тебя, как дела? Нормально все? Где Хаги? По-любому фотка с Хаги там. Да, там, по-моему, фотка с Хаги. Или мне кажется? Нет, там фотка с какой-то девочкой. Киси-миси! Как дела? Опять намалывался, да? Губы вся накрасила, гоняешь как непонятно кто, а? Потому что сожалеешь о своей судьбе. Киси, миси. Не, ну это прикольно. Это офигенно. Вот по ней непонятно, она то ли грустит, то ли лыбу давит. Ну вроде как лыбу давит, но как будто она при этом грустит. Так, ладно, пойдем дальше. Кись, ты еще заходи на мись. Так, мне надо второй этот где-то взять. Сюда, наверное, я не могу, да, попасть? Значит, опять я что-то где-то пропускаю. Мне нужен второй этот. Не, вытащить я не могу. Значит, я вот здесь я все правильно сделал. Нужно взять второй. Где же мне его тут взять? Раз, два, три, четыре, пять. И сюда двери открываются? Нет. Надо сначала здесь все закончить. Здесь со всеми делишками своими. Не, ну он типа же светится. Ну как обычно. Как обычно все слепошарим. Слепошарим потихонечку. Слепошарим. Так, как-то... Ну, у тебя же нету здесь. Я не вижу. Я к тебе даже пройти-то не могу. В темноте тут бродишь, ходишь. Что-то где-то ты находишь. Мне нужен еще один этот... Элемент питания. Еще вот одна такая. Где вот ее взять-то? Я так понимаю, как только я подрублю, все тут заработает. Это вот туда идет. Это понятно. Здесь кот бродил. Здесь кот ходил, бродил. Чтобы открыть. Мне иногда кажется, надо мной что-то где-то угорают, походу. Все, здесь все заперто. Главный зал мне возвращаться незачем. Ну, то есть там не было нигде этого элемента. Он причем светится, то есть он светится, я вообще, я не знаю, насколько я туплю, помогите. Бог поможет. Вот приютик у них такой вот был. Да блин, да куда его делить-то? А, ё-моё, опять проворонил, а?
Так, все. Отлично, поднялись на этажик повыше. Так, так и думал, что это будет заперто. Так, вот и второй. Опа, кто здесь? Выходи по одному. Драться будем. Все, тут больше ничего интересного нету. Везде хаги-ваги валяются. Почему-то они везде вечно в крови. Хаги-ваги, хаги-ваги. А, ну вот, да, сейчас по этому выходу назад вернусь и второй аккумулятор ставлю. Все ясно, понятно. Пойдем-ка, пойдем-ка, вставим все это дело. Ту-ку. Отлично. Так, а у меня воротины причем наверх открылись. Наверное, через верх я смогу ко второму месту подойти. Оп, нифига себе. Здесь вообще убираются, нет? Что-то я смотрю, здесь одни гости из Краснодара постоянно пригоняют, и все. Так, вот эту, ладно, мы запустим сейчас. С этой механикой нас ознакомили. Ну, видел, какой хаги-ваги красивый. Прям лыбу давит. Лыбу давит, лыбу давит. Бим-бим! Нормально, тут вообще все сгорит еще нафиг. Учитывая, как я здесь ухожу и смотрю. Кто там бегает? Кто улыбу дает? Свинка Капризулька, привет, я свинка Капризулька, давай есть. Конечно, только жрать и жрать можешь. Так, отлично, дальше прошли. Так, все, зарядили. И куда-то нам эту энергию надо деть. Подожди, а здесь-то у меня закрыто. А ее нам сюда надо деть, наверное, да? Так, все, ладно, закончилось, это понятно все. Музычка заиграла. Музыка играет. Кто-то там грустит. Так, здесь, кстати, кассеты где-то есть. Походу. Походу, здесь где-то есть кассета. Которую, как обычно, не могу найти. Музыка такая прям играет. Успокаивающая. Чтоб такая просто темно-зеленая какая-то. А, вот она. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. А, вот и они. Конечно, они такое ни за что в жизни не пропустят. Кто это, мисс Брукс? Кто уходит? Скажите, скажите. На этой неделе доктор Уайт выбрал Сэмюэля Ли. Прежде чем Сэм уйдет, давайте с ним попрощаемся. Со мной. Один, два, три. Пока, Сэм! Это типа, как кто-то приходил забирать, или он просто кого-то забирал из приюта? Ну, я так понимаю, что просто как приемные родители. Только вопрос, точно ли их забирали туда, куда надо? В семью. Может быть, они и стали хаги-ваги. Так, ладно. Так, там закрыто, мне надо попасть туда. А, вон еще, да? Вот так вот у нас здесь все. Намного проще оказалось. Все намного проще, чем я думал. Кто там где опять ходил? Опять я все пропустил, да?
Так. Ну тут я вижу. Дверь еще взяли за мной и закрыли. Отлично, пошли дальше. Вот это, конечно, жесткий лютый приют. Так, мне опять надо где-то взять энергию, наверное, вот здесь. Так, сюда теперь. Здорово! Миша, Мишенька, медведь. Хотя это не медведь вообще, это что? Но это медведь, похож на медведя. Да я помню, помню, что у него батарея там сзади вставлена. Хотелось бы побольше всего посмотреть. Вентиляция, смотри-ка, есть. Обалдеть. Надо как раз, чтобы на первый этаж выйти. А здесь, наверное, просто все завалено будет и тупик. Нет, здесь тоже вентиляция есть. Так, а вот комната, с которой я тогда приходил. Ведет туда. Я хочу вот принципиально по другой вентиляции зайти. Посмотреть. Куда же я приду? Вентиляция еще такая. Видавшая лучшие виды, я бы сказал. Друг навсегда. Хаги-ваги. Так. Значит, еще один надо найти. Так, не, поворот не туда, не та дверь, не туда зашел. Ну ладно. Система понятна. Чё, я же две врубил. Ну, типа, обе работали. Или это не так все-таки должно работать? Ну, мне кажется, все так. А, подожди. Здесь еще. Обалдеть, здесь комната, конечно. Комната здесь, конечно, чё орёшь, как говорится. Прясься, 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 помоги. Да что ж здесь случилось-то со всеми, а? Так, где у меня эта фигня еще сейчас была? Вот эта вторая. Вот она. Так, это у меня выход наверх. А вот это зачем штука тогда? А, и они типа закрываются, да? И через вентиляцию я могу проходить дальше. Ну, через вентиляцию я смотрю, только вниз могу падать. Как раз эта вентиляция. Так, мне надо найти вторую где-то батарейку, ячейку. Так, а это куда? Это просто вниз. Ну, может, я упаду как раз в какую-то нужную мне комнату? Че, похавать есть? Нифига себе, тут здесь даже кукла повешалась. Это я просто сюда вышел. Так.
Мне все-таки кажется, что я правильно делал. Да блин! Как вот ты мне дверь-то? Да ё-моё! Фигню сделал. Ну дверь же идет, что ты открываться-то не хочешь? Что-то я делаю не так? Или все я делаю так? Или я просто дурак? Так, что еще мог здесь пропустить? Но мне почему-то кажется, что я там все правильно делаю. То какого фига это не работает, непонятно. Так, а если вот так сделать? А, нет, там же тоже по времени ограничена энергия. Подозрительно, подозрительно все. Значит, это не так будет все-таки работать. То есть открываться ты мне ни в какую, да, не хочешь? Так, ну пойдем на втором этаже дальше что-нибудь поищем. Туда же есть подъем. Ну, мне кажется, подъем там на случай, если я первую батарейку забыл оттуда взять и типа ушел вниз, например. А, или от этого я заряжаюсь? Подожди, от этого я заряжаюсь, что ли? Или чё? Да, от этого я заряжаюсь. Может быть, мне тогда стой надо? Одну от этой пустить, вторую от той. Хотя какая разница-то? Чё-то я не понимаю тогда. Погоди. Да в чем разница-то? Ну нет, все-таки заработало вот. А! Блин, ты чё? Да я уже хотел успеть, думал, мало ли, может, дверь не это, не откроется. Так, это сейчас поедет, у меня эти собьет. А то опять хорошо, а два лучше! Хаги-ваги! Так, давай, погнал. Едем! Юху! Бу-бу! Молодец, красавчик! Так, ну и что у нас тут? Прячься, прячься, прячься. Так, ну здесь, наверное, где-то второй располагается, я так понимаю. Вот прям, путь ведет меня, дорога. О-о-о! Сейчас опять, наверное, начнется. Так, все, этот отдел. А что там сейчас было? Как будто мамочка длинные ноги.
но другим цветом. Так, все, отлично, я нашел это. Да, это вот эта комната, да, или нет? Так. А, просто я вышел и все. Все, ништяк. Пойдем назад. Мы пошли назад опять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ништяк, у нас сейчас полное солнышко, мы туда откроем и спокойненько дальше пройдем. Так, все, электричество везде есть. Все, ништяк. Так, подожди, я не в ту дверь зашел, мне вот в эту дверь надо. Вечно иду куда-то, непонятно куда. Иду, 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 иду. И здесь дальше я пройду, потому что я иду. Так, опять у нас тут головоломочки. Какую башню использую? Как мне потянуть за рычаг? А, я понял, я все понял. Так, а что, а, вот, у меня дверочка приоткрылась. Теперь во вторую прицелиться. Так, а вторая у меня куда должна бить? Внимание, вопрос, так сказать. Так, я еще наверх могу подниматься. То есть здесь я пока ничего не могу сделать. Здесь у меня питается. Может, дверка открывается? Нет, дверка не открывается. Был прям сразу видно, что она точно не открывается. Так, а куда мне тебя надо за этого-то? Может, через верхнюю? А куда? Вот идет верхняя. Ага. Все. Тут мы, значит, берем рычаг, убираем. Дверь опускаем. Так. Во, и делаем вот так. 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 Это к одному идет. И все, я сейчас врубаю ко второму. А, ага. Ну да. Так, а этот на фигня за что отвечает? Я понять вот это не могу. То есть я что-то где-то врубаю, за что это отвечает, мне не... Опа, подожди-ка. Стой. А если мне вот, вот так потянуть... И все. И все, ништяк. Так, мне достаточно это для того, чтобы пройти. Вот так вот. Делишки у нас делаются. Вот так. Пойдем-ка дальше прогуляемся. Так, лифт приехал.
куда-то лифт приехал наш. Так, давай, поехали. Так, а чё не едем? А, он что-то ждал, ждал, ждал. Из чего-то он дождался. Так, ну пошли, пошли, выше, выше мы идем, мы куда-то здесь придем. А, все, из этого домика вышел. А подожди, я разве не за генератором сюда гонялся запасным? Хаги! Хаги! Нет, нет, пусти! Все хорошо! Мы пришли, чтобы помочь! Тут она становится особенно тревожной. Хорошо, что Олли помогал тебе все это время. Подожди, Олли, вот он. Мы нашли тебя только благодаря ему. Так, ладно, Олли, извини. А, это Кисси-Мисси. Я сначала подумал, Хаги. Похоже, крушение поезда нас это. Тебе пришлось через многое пройти. Я должна тебе все объяснить. Идем. Ну, пойдем. Олли. Я думал, Олли это парень. С тобой, с нами все будет в порядке. Фига она тут крутит-мутит. Кисси-Мисси, а у тебя как с электричеством? Нормально все, нет? Лобу давит, сидит. Послушай, я тебе не враг. Я не могу позволить тебе уйти. То, что происходит там внизу, гораздо важнее нашей жизни. Без тебя я не справлюсь. И теперь мы можем отомстить всем монстрам. Которые пытали тебя, пытали нас. Но они были не одни. Они лишь следуют за своим вожаком. Прототипом. Окажешь нам честь? Какую тебе честь-то оказать? А чё мы приехали? Чё ждём-то? А? Кисси-Мисси! Кисси-Мисси, у тебя вообще чё как дела? Нормально, всю кнопку, наверное, нажать надо. О, свет врубили, дали, ништяк. Так, и чё? Всё, свет запустили? Чё, мне назад вместе с вами ехать? Все, давай, поехали. Прототип уже знает, что мы идем. Если попытаешься сбежать, он тебя убьет. Ты даже не успеешь добежать до двери. Это из-за него я была заперта в этом жутком ящике. Ты даже не представляешь, на что он способен. Позволь мне помочь убить его. Позволь мне помочь всех спасти. Мы все видели, что тебе под силу. От твоих рук погибли и Хаги, и мамочка. Тебе я обязана свободой. Ты для этого идеально подходишь. Скоро появится Кудримот, он последнее препятствие, которое прототип для нас приготовил. Нам нельзя здесь оставаться, береги себя. Олли позвонит. Блин, натуре, я думал, Олли это она. Ё-моё, а. Так Хаги всё-таки мёртвый или жив? Ну, то, что с телека-то понятно, что это галлюцинации. Там же было видно, где падает. Это так его чисто камео было. Привет, это снова я. Похоже, Поппи все тебе объяснила. Кстати, она включила запасной генератор для купола. Дальше план достаточно простой. Нужно восстановить электроснабжение в зоне добычи газа. Сперва вернись в уже знакомый дом, милый дом. Там ты найдешь большой шнур питания, он будет рядом со входом. Подключи его к питанию под статуей.
А, вот так даже. Нифига себе, вот это вот делишки у нас тут. Обалдеть, вот это кобелечек. Дней моих веселеньких дружочек. Так, все, давай, 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 пошли, сейчас все подключим. А, вот сюда, наверное. Круто, гляди! Помнишь генератор в дом, в милом доме? Это был запасной генератор для этой постройки. Такой должен быть в каждом. Тебе удалось перенаправить резервную энергию дома, милого дома сюда. Почти готово. Куда идти дальше? Туда, везде, тут везде довольно опасно. Но опаснее всего в игровой. Жуть. Так что лучше всего отправиться в школу. Кот Ремонт обычно туда не суется. Отправляю ключ. Вот как-то так, как-то так. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я вот не знаю, вечером что выложить, третью часть прохождения Poppy Playtime или все-таки дальше что-то замутить. Так, у меня кто-то подъехал, напишите, Vivere Here Forever выложить или все-таки продолжение. Все зависит только от вас. Ребят, извиняюсь, домофон звонит, я даже не уверен, что это вообще ко мне кто-то приехал. Вот, как-то так. Пишите комментарии, ставьте свои лайки, не забывайте подписаться на канал. Все, с вами был я, Лех Сметов, всем удачи, всем пока. До встречи.